Прийти на выступление любимого артиста и выиграть бутылку шампанского и бытовую технику. Именно это произошло со зрителями, которые оказались на концерте Юрия Гальцева. В честь чего артист раздавал подарки в нашем следующем сюжете. Помнишь, мы с тобой кормили уточек в пруду? Ночью ты сказала, милый, я к тебе приду. Человек клоунской национальности, так называют Юрия Гальцева, голосом владеет виртуозно, поет на разных языках и в разных жанрах, тембр меняет на ходу. А по скорости речи на российской эстраде ему нет равных. У человека две руки, правильно? Ты 12 лет делаешь эту руку, то глаз метнешь, то в ухо. Этой рукой приветствуй. Вот, две руки, этой, ты мне все время, я уже боюсь, понимаешь? Гальцев привез в Саратов концерт для своих. В нем старые добрые хиты, шансонье, бандерлоги на Бочковского и отрывки из спектаклей, которые играют в родном Санкт-Петербурге в Театре эстрады под руководством Гальцева. На сцене саратовской драмы юморист выступает впервые и говорит, что эти подмостки имеют для него особое значение. Я давно здесь не был, мне приятно удивлен, что, во-первых, в этом театре работал Олег Иванович Янковский, я с ним был лично знаком, не дружили, но знали друг друга, когда он приезжал в Питер, я практически на все ходил в спектакль, мы там имели честь ужинать и пить чай, разговаривать, я приятно удивлен, что он работал в этом театре, вот для меня это большая гордость. 2 часа шуток – не единственный подарок для зрителей в этот вечер. Шоу Гальцева, концертное агентство «Аншлаг-94» завершает 21-й по счету концертно-театральный сезон в Саратове. В честь закрытия обладатели билетов участвуют в лотерее, заполняют анкеты. 700 человек станут обладателями главных призов, которые вручит сам Гальцев. 3 анкеты будут счастливыми. 1 анкета выиграет бутылку шампанского, вина. 2-я анкета – это будет розыгрыш, в качестве приза пригласительной на концерт Надежды Кадышевой и ансамбля «Золотое кольцо». 3-й самый главный приз – это телевизор. О! «Аншлаг-94» встретится со зрителями осенью, уже известные имена артистов, которые приедут в Саратов в сентябре. Юрий Гальцев мечтает привести не шуточки, а полноценный серьезный спектакль по рассказам Василия Шукшина. Юлия Шишкина, Тимофей Печерский, РЕН-ТВ, Саратов.